Дорогая наша Маргарита Васильевна, вы как женщина прекрасны, как начальница умны. Вами все мы восхищены, не теряя головы. Безупречная походка, стиль, манера говорить. Но не знаем, как же можно вас такую не любить. Вам 8 марта счастья пожелаем от души. Пусть сбываются успешно ваши лучшие мечты. Для вас все ярче светит солнце и распускаются цветы. Пусть виден мир вам не в оконце, а со вселенной широты. Пусть все проблемы и печали, как снег, растают без следа. Пусть солнце светом наполняет ваши прекрасные глаза. Пусть весна вам дарит счастье, пусть обходят все ненастья и звучит почаще смех. Желаем радости, здоровья, чтобы были счастливы всегда. Пусть улыбка будет чаще и на лице, и в вашем сердце. Солнышко на небе дарит лучик свой везде. Будьте нежны, самый-самый, хорошейте с каждым днем. Будьте светлой и красивой на радость близким и друзьям. Наслаждайтесь, улыбайтесь, оптимизма и добра. Вы прекрасны, как всегда. Чтоб самым лучшим настроением по жизни шли вы с огоньком. С чудесным праздником весенним и с международным женским днем.